Сейчас за что задержан? За карманную кражу. Где совершил? На 5-й поликлинике. Как? Сумки. Сумки у кого? Женщины, мужчины, бабушки? Девушки. Девушки. В Ярославле в автобусе на остановке общественного транспорта на Тутаевском шоссе была совершена кража из сумки пассажирки. Был похищен кошелек с денежными средствами и банковской картой. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый, 37-летний житель Ярославля, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям. Если вы пострадали от действий этого человека, обращайтесь в полицию.